такая красота у нас на окошке, видите? Мы так и хотели, чтобы она как раз пол окошечка завила с цветами очень красивыми. Всем доброе утро! Мы сегодня проспали. Мы вчера поздно легли и сегодня проспали. Сегодня праздник, сегодня день Петра и Павла. Вот. И я понимаю, что когда видео выйдет, это уже будет позже. Я не знаю, на сколько дней, на день, на два, насколько я опаздываю. Но хочу все равно пожелать всем здоровья, любви, чтобы ваши мечты сбывались, чтобы ваши желания исполнялись. И, конечно же, мира. Мира, мира, еще раз мира. У нас сегодня день такой, то облачно, то не облачно, то солнышко, то не солнышко, но утром было прохладно. Сейчас у нас 25 градусов. Смотрите, как когда еще цветы, да? Еще солнышко сюда не вышло. Смотрите, как красиво цветут, правда ведь? Вот такая вот. Ух, и вся будет завита так. И там начинается потихоньку. Чуть-чуть. Оно еле-еле, но начинается. Почему? Зайка подвязывает гладиолусы. О, и у нас лилия распустилась. Ты видел, Китюн? Лилия. Ага, видел? Мне кажется, ее тоже подвязать надо, потому что ты же видишь, что этот бутонов много, ага. А она одна. Они же по очереди вроде как, да? Что? Ну там расцветают. Во, подвязал. Так а что? А, эту тоже подвязал. Может, ее выше надо, нет? Че так? Да, как я ее выше подвяжу. Да. Там вообще можно к этому цветку привязать. Оно он будет цвести, видишь уже? Вон оно. А что оно закрывается? Бурьян вообще тут не годится. Ну, видишь, как-то так получилось. Давай его выдернем. Не надо. Оно будет цвести из этого бурьяна. Эту лилию надо подвязать, получается. Видишь, она наклонена. Угу. И вот ту, смотрите, как она расцвела. Ну, и вот тут те гладиолусы. Ё-моё, все подвязывать надо. Ну, с ума сойти. С ума сойти. С ума сойти. Ну, красиво. Гляньте, давайте к вам сюда. Пройду. Вот она прямо огромная. Смотрите, если брать мою руку, она прямо огромная. Закрывает свою ладошку. Ха-ха, какая. У нас в прошлом году, помнишь, да? Такая же была, на огороде росла. Да. Вот это я ее и выкопала. И вот здесь такой цветок и вылез. В это же время примерно. Не-не-не, неделю назад. У меня Google показал. Вот так кустик наш. Класс. Лилия. Ну, бутоны огромные, она такая маленькая. Тоже может свалиться. У нас ветром все потрепало, все растрепало. И сломала мне эту сливку мою несчастную. Тут цветочки уже пообрезать, что отсвели надо. Да, совсем надо уход. Если не обрезаешь, то что отцвело, оно не дает свой цвет дальше. Приводить все кустики нужно в порядок. Тут тоже ничего не обрезал. Вот. Вот какая красота. Смотри, какая красота. Вот она. Направлять их надо. А мне вчера ветром цинния обломала. Ведь эх, воду, конечно, поставила. Жалко ее просто выбросить. Поставила воду. Это что-то даже живет как-то. Может, его с солнца убрать. Так, жалко. Полностью нижние ветки у цветов пообламывала. Этих циней. Так. Ой, бабочка. Бабочка прилетела к нам. Где она там села? Приземлилась. Я ее из-за этого и не вижу. Ты где? Ты где? Бабочка красавица. А, вот же ты где. Это бледненькая какая-то. Вчера такие летали, блин, вообще просто. Новое дерево молодое дало нам абрикоски, да, зайка? Да, надо собрать. Надо собирать. Это так приятно, когда дерево посажено. Сами. Посажено твоими руками дерево, да? Угу. Абрикосочки дают. Черешечки дают. Конечно. А что я снимаю? Я такое что-то снимаю на приближенке. И подсолнухи у нас, видите, какая красота.
Угу. Там уже все прям да. цветут. Угу. Так, я пришел. Давай. Давай. Сегодня ничего особо делать нельзя, поэтому Коля едет на работу. На работе там можно делать, как бы. Это такое дело. Вот. Ну, на работе нужно делать. Да, на работе нужно делать, а не можно. Едет на работу. И что? И что? А, ну перед этим он сейчас подвяжет мне цветочки. Я готовлю пока не завтрак. Он подвяжет цветочки. Ой, пойду посмотрю, если она не улетит. И пойдет срежет ветку. Дорежет, вернее, ветку. Да, пытаюсь. Сейчас сезон бабочек начался. Прикольно. Угу. Тоже пыльцу кушают они, да? Да не, она просто сидит. Радуется. Думает, ой, какой красивый цветок. Такой же, как и я. Я, конечно, лучше, да, но цветок тоже красивый. И тот сразу, да? Ну вот же, смотри. Угу. Сильно, может, глубоко и не надо, че надо. Ты нас не должна вот. А, ну да. Ну и лилию тогда, да? Чеша? Ну да. Ой. Для всей красоты нужен уход. Вот, блин. Просто так нельзя посадить и оставить. Просто ну, так да. посадил, оставил, оно все. И нет ничего. Там будет красиво красное цвести. Обалденно. Но это, я так понимаю, тоже будет белое, да? Но они огромные, они прям огромные такие. Угу. Бутоны красивые очень. И помидор у меня опять вылез. Ну, ну что это? Выйдем. Ну, как нафига? Будем собирать помидоры. Видишь, я вчера позаливала, теперь бы его взрыхлить. Потому что оно прямо... И сразу моментом. Бабочка не боится нифига. Бабочка? Да. Но не поняла, что ты делаешь. Собирает пыльцу, да. О. Смотри. Вообще не боится. Она думает, что я тоже пыльцу собираю, то есть мне бояться не надо. Она думает, быстрее, быстрее, быстрее она собирает, пока этот человек не съел всю пыльцу. Вот смотрите, какие. О, а здесь, смотри, красный, а здесь сиреневый. И там сиреневый. Да. Смотрите, какой подсолнух. Ты видел, какие они? Они да. необычные, они какие-то пушистые. Пушистые, пушистые. Угу. Видите, они к солнцу туда. Красный сиреневый. А на вечер будут туда. А к нам они не поворачивают. Коль, оно все равно нам видно очень красиво. Это лучше, чем вот, ну, вот так вот, чем когда ходят и просто смотрят в забор. Правда ведь? Ты помнишь, как мы сидели все время, там сидишь в беседке, и всех, кто кому не лень, идут и в наш забор заглядывают. Всем интересно, конечно, понятно, что, что находится за забором. И тут тоже у меня эти пару штучек. Так, ой, оно его, по-моему, не в ту сторону завило. Опа. И вон там у меня тоже, видите. Я вчера тут все попроливала, бедные эти несчастные георгины. Да, георгины, по-моему, их зовут. Или нет? Чьи-то георгины. То... Не, это георгины, а то вы мне написали гладиолусы. О, я все помню, я помню, помню, помню. Полила я вчера георгины. О, там такие, вон стали, фух. Ну, правда, конечно, да. Тут надо было... Вот никогда не вскопанную землю смысла нету садить. Здесь надо было сначала перепахать конкретно. Но мы думали, что просто вскопать будет достаточно. Недостаточно. Здесь тоже вчера пополивала эти свои... Ну, они здесь хуже растут, потому что земля не перекопанная. И как-то, видите, им тяжело. Но все равно прикольно. Раз, два, где-то там есть. Только то, что ты мне вот это сюда полез... И все это дело завил, я же буду обламывать здесь. И как мы потом с тобой будем разбираться вот это в этом всем деле? А? Тоже. Тоже мне. Сейчас я обломаю ветку, и как тебе будет? Тебе вместе с веткой. Ох, и цветы. Позавивали тут все. Короче. Что, сломался, нет? Перегнулся. Куда мне сейчас его девать?
Ой, заечка, заечка. На заечку Роботун напал. Он обрыхляет розочки. Я вчера их залила так конкретно прямо. А что, ну, действительно, оно так все сохло. Я посмотрела, но вода уходит моментально. Поэтому позаливала так их конкретно. А он теперь, видите, что взрыхляет. Я обрезала те, что... О, вот здесь не увидела, цвет не обрезала. Ну ладно. И вот там на маленьких розочках, думаю, да что ж такое, тля напала, зараза. Сегодня вечером надо будет потравить эту тлю. Вот. И здесь я уже, ну, когда чуть оно подсохнет, уже тут взрыхлю тоже. Тоже заливала так, прямо, он видит, ямами. Он ямами прям заливала воду, чтобы питалась. Во-первых, тут же дерево большое, ему тоже питаться надо. Вон уже груши спеют. А, вон уже какие красивые сверху спелые висят. Уже сейчас срочно эти груши поспеют. И те, что у меня лимонка, и начнется. Вот, короче, в общем, вчера все позаливала, а Коля решил, чтобы розочкам плохо не было, розочки обработать. Поэтому вот так вот. И захопы все, я так понимаю, все вокруг обрабатывают. Все цветочки. Наверное. Наверное, наверное. Зайк, сейчас давай я готовлю кушать, и ты едешь, да? Только ж не это, сливу спилять надо. Допилять, вернее, она ее сломала, но чуть-чуть допилять. Нет, ну тут стенка будет шикарная, правда ведь? Вот скажите мне, ведь будет шикарная, правда ведь? Правда, вот эти вот, видите, нужно каждый день направлять. Они сплетаются между собой и будут падать. А если их направлять правильно, они будут правильно расти. И вот классно оно пойдет так. Видите, окошечко наполовину заплетет и будет вау. И будет вау. Класс. Мне нравится. Ребята, покажу вам наш первый урожай абрикосок. Вот. Зайка вчера, походу, заметила. Сегодня говорит мне, посмотри, там такая красота. Вот. Ой. Класс. Смотрите, какое молодое дерево у нас. Вот. Выросло. Вот это вот. И уже дало плоды свои. Вот. Опа! Здесь 4. И там одна. 5 штучек. 5 здоровенных абрикос. О! Смотрите. Ух, какие красота. Класс. Сейчас пойду сначала срежу ветку, а потом приду сорву. Что, Баняка? Баняка, ты проверять со мной пришла? О, эта черешня нам еще не родила, но я думаю, в следующем году тоже будет пару черешинок. Как и на той, в принципе. Вот. Яблонька тоже молодая пока. Вот. Сейчас посмотрим, что там со сливой. Да, говорит, ветку так нормально. Да, что-то там не то со сливой, однозначно. Какая-то она лысая стала. Блин, все ветки положились. Обалдеть. Вот это нехорошо, конечно, ребята. Совсем нехорошо. Так, а что нам огуречком? Ну, огуречком я не скажу, что хорошо. Наверное, все-таки их еще и от солнца нужно обязательно прятать. Сетка есть, блин. Когда ее цеплять? Непонятно. Ага, она просто улитая сливами, ребятки. Смотрите, какие грозди. Просто, блин, вообще, вот как, я не знаю, облеплена. Поэтому и веточки положились. Их надо, наверное, подпирать тоже. Делать рогачи. И подпирать. Ё-моё. А вон и сломанная. Ребятки, ё-моё. Видно, да? Там, наверное, ведро, блин, слив. Ёшкин кот. Поэтому и сломалась. Даже особо, наверное, ветер ни при чем. Хотя ветер, да, я думаю, дал свое. Ой, блин. Ой. Да, смотрите, как оно усыпано. Обалдеть. Ё-моё. Вот, видите. Жалко, жалко, блин. Такая красота. Ладно, сейчас обрежем. Так, ребята, пришел посмотреть за персиком. Все ли в порядке? В порядке он стоит. И совсем же забыл, здесь же тоже же один плод. Смотрите, какой. Смотрите, какой плод. Опа. Оп. Смотрите, какая красота. Она аж треснула, видите? Аж трещина пошла. Какое здоровенное, а? Ё-моё, абрикоска. Класс. И здесь одна, получается, здесь одна, а там 5. Класс.
Так, что там по сливам, я не помню. Ну, сливы, по-моему, не ходили, не пошли. Ой. Это ж слива, правильно? Правильно. Это слива. Вот, слива не пошла. Ну ничего, в следующем году стопудов пойдет. Дерево-то уже, ё-моё, выше меня. И это классно. Ой. Так, хорошо. Погнали за абрикосками, за теми. И, ё-моё, собираться на работу. Все, ребят, готов у нас завтрак. Вот такой получается завтрак. Это у нас тушеные тут грибочки с портулаком, с курочкой, с помидорками. Оладки кабачковые, яйца. Колин любимый салат, просто помидор, лук, соль и подсолнечное масло. Вот. Чеснок с майонезом и с горчицей. В принципе, и розочка. У нас ветром обломала розочку. Гляньте, какая прелесть, да? Просто вообще великолепие. Так что вот так вот. Садимся, ой, красота, кушаем. Зайка. Надеюсь, и вкусно там. Конечно. Все. Как по-другому? Ну, может быть. И у нас пасмурно. На улице пасмурно стало. Только зашло солнце. Ну так все равно пасмурно же стало. И такой прям ветерочек подул хороший, прохладненький. Так, все, кушаем. Ну что, Николаша у нас едет на работу. Как на праздник. В праздник едет на работу. Ну что делать, надо заканчивать работу. Уже и так она растянулась, то болтов не хватало, то еще что-то не хватало, то все, то это. Вот, поэтому нужно уже заканчивать ее в конце-то концов. Вот. И что? И все. Нам абрикосы надо поехать на дачу сорвать. Там уже, наверное, уже без нас ее сорвали. Ой, что-то там не закрывается. Хоть и солнце, смотрите. А, потому что солнце, то не солнце, поэтому они не закрываются. Они вообще на солнце очень сильно закрываются. Им жарко, они закрываются. Не, ну класс, мне нравится. Обалденно. Давай, Жик. Жайка, подбегай-ка. Вот там остается. Ванька, там нету больше цеплёши. Иди сюда. Там уже никого нету. Все, там уже никого нету. Хорошо же, кстати, она вот это туда заглядывала. И хорошо, что я после нее туда заглянула. Но они, я же говорю, они 2 дня туда заглядывали. Я думала, ежик. Потому что у нас как-то там ежики жили. Вот. И хорошо, что потом я туда заглянула. Так бы цыпленок там и помер. Нету там уже никого. Все. Уже все. Цыпочка ушла. Домой. Все. Не забежала там новая цыпочка. Не забежала, слава богу. Никого там больше нету, успокойся. Боник. Что-то боник. Ой, бабочек куча. Красота просто. Так летают обалденно. И такие яркие красавицы. Испугала я бабочку. Видите, какая? Класс. Самые яркие цветочки выбирает. Ой, как красиво. Блин, ну что не говори, лето это самый классный этот, как он, сезон года. Самый яркий, самый красивый, столько живности всякой, столько звуков, чего только стоит пение птиц с утра. Вот сейчас как-то на день они перестают петь. Вот, а утром, боже, как они заливаются все. Как они все красиво заливаются. Да и вообще разные цвета такие, вы посмотрите. Это ж просто умопомрачительно. Природа создает такую красоту для нас, чтобы мы ее любовались. Все, девочки, мальчики, пошла я клепать видео, потому что с самого утра сегодня мы то занялись то одним, то вторым, то пятым. И получается, из-за этого я не монтировала видео. И что? И вы без видео. И вы без видео будете, наверное, до вечера. Потому что в последнее время YouTube так долго вот это все обрабатывает. Все вот это дело делает. Пока мое дело понятно, что смонтировать. Это минут добротных 40 занимает. А то может быть и час. Потом пока оно, ну, именно в программе склепается, как я говорю, да.
Вот. А потом еще YouTube его пока загружает, пока проверяет, пока то, пока все. Поэтому не от меня иногда зависит то, что поздно выходит видео. Вчера было уже не до этого. Но вчера поздно вообще легли и занимались своими делами, поэтому вчера ничего не монтировала. А, ну вчера же мы еще консервировали. Поэтому так. В общем, пошла я заниматься. Ну что, ребята, вот такой вот у нас ужин. Сегодня праздник. Вот. Сегодня, правда, рыбу надо было жарить, но рыбы у нас не оказалось. Поэтому мы зажарили вот такое мясо. На шашлычке, говорю, на мангале. Вот. Мы не показывали, сидели, просто общались, просто разговаривали, все. Вот так вот. Вон, по бокалу венца, певца. И вот, пожалуйста, мясца. И у меня еще лечо стоит. Коля говорит, ну пойди, когда ты уже придешь, а у меня там банки стерилизуются. Вот. Но ведь я уже без тебя не ем, жду ж тебя. Ну, лечо, в принципе, быстро делается, хорошо, да? Mm-hmm. Так что, такое дело. Сядем сейчас серийку фильма какого-то посмотрим, наверное. Покушаем мясо, без ничего, даже без хлеба, да? Mm-hmm. Вот. И все, и отдыхать. Сегодня день у нас прошел вот так. Вот Коля занимался работой, он на работе был. Я занималась ничего не деланием. Ну, как-то так, в общем. Короче, день прошел успешно. Нет, мы еще на вечер сгоняли, полили удобрением все кабачки. Потому что кабачки что-то тоже у меня так подводят. И огурцы. И огурцы, да. Еще таким этим навозом. Навозом поподливают. В общем, вот такой вот у нас денечек. Завтра будет день, завтра будет новое видео, завтра будет новое событие. Может, завтра по черешню, ой, че, по абрикосу поедем, не знаю. Посмотрим. Все, а на сегодня всем пока-пока. Зайка, скажешь? Все, тоже. Всем пока-пока. Пока-пока. Все.